Всем привет, друзья, с вами Алекс и Механик. Всем привет. И сегодня мы играем в Euro Truck Simulator 2 мультиплеер по сети вместе. Со мной. Да, с Алексом. Вдвоем. Механик, Алекс вместе снова. Да. Как старые бодрые солдаты. Едем в Италию. В какой-то город, почему, я не помню. Почему какой. В Италию-то? А куда? Я не знаю. А почему в Италию? С чего ты взял? Ну а город какой? Верон? Да я не помню. А почему именно Италия? Ну Италия вроде бы это. Да? Наверное. Хорошо, хорошо, тебе виднее. Ну что, но у меня в Милан. Да? Ну значит, у меня тоже Милан. Как там девушка-то, а? Не знаю, их там две было, две девушки. Одна из них Ханна, а вторая все. Ребят, то есть Алекс мне говорит, давай, поехали быстрее загрузом, а сам такой хопа там с девушками что-то начал мутить. Ну настоящий просто пикап-мастер, а? Черт возьми. Так, слушай, ёб твою! О, я тебя вижу. Подписал. На карте, наконец-то. Едем. Hello, guys! Надо кричать. Слушай, я не вижу тебя на карте. Ханна! Ты выехал уже из города или? Да я за тобой еду. А, ты за мной едешь? Угу. Я просто тебя не вижу. Конечно, ты не ж, я сзади. Подожди, еду. А мы в гребаной джангле, тут я по встречке, походу, херачу. Да? Мне кажется, да. Тебе кажется, или ты по встречке? Не, ну я еду по-нормальному, но раз мы в Англии, то по встречке. Ну а что поделать? О май гад! А ты как кусок говна не мог мне сказать, что мы едем в Англию. А ты не видел, где мы едем? Я забыл, чувак. Подожди, а тут можно как-то это? Погодь меня там как-то. Тут негде просочиться, мужик. Ну давай там как-то разворачивайся по встречке дальше, лупи. Так, подожди, я попробую. Но кто-то стоит. Он заглох у меня. А, нет. Ты заглушил, наверное. Да не, он просто херово в гору едет. Ух, черт. Ну давай, что ли, ты чё, ман или не ман ты, в конце концов? Давай тащи уже, там груза-то нет практически, там немного деревьев. Мюнхен. Слушай, я не могу заехать в гору. Давай, сучка! Ребята, ну где ваша помощь? Помогите мне, а? Подтолкните кто-нибудь. Чё у тебя такой слабенький? Ну какую уж есть, чем природа наградила, тем и рада. А вот, все, пошел. Но здесь все равно негде развернуться, фак. Я тут стал возле грузовичка какого-то. Подожди. Или нормально все? Я не знаю. Где ты вообще есть? Подожди, не понимаю, в какую мне. С какой полосы ты мне. А, нет, слушай, по-моему, все нормально. По-моему, сейчас вот я выйду и как раз будет все нормально. Я сомневаюсь. Ребята, срочно, кто еще не сделал, я, пользуясь случаем, говорю вам и напоминаю, обязательно подпишитесь на все каналы, на Алекса, на Механика, на наши соцсети, на Инстаграм. Да, все есть в описании под роликом. Да, не тупите, подписывайтесь. Будь я еду мужиком. Потратить. Подпишись на канал, или... Или что? Или, если ты не гомосек, подпишись за 10 сек, вот эта тема канает. Так, ну чё, я потихоньку сдвинулся с места. Хай, мэн! Он умер. Он молчаливый боб. Чё у тебя с топливом, кстати? Я бы подлил. Так. О! Гутен так! Ты чё не поехал на заправку? А у меня больше, чем полбака. Мне попозже. Я вот сейчас... Я прям... тебе решил напомнить. Дурантокер. Вот это по-братски вообще. Вот это по-мужски прямо. Нормально, мужики. Пойдет. Выпуск брутальный. Братаск. Брюталь. Так, я заправляю. Нам все-таки ехать-то до херища. Да. А ты ему кричи, эй, братишки. Говно так.
Ну, не знаю, какое-то говномес такое говорил. Где ты такое дерьмо услышал? На канале какого-то говномеса. Ты давай не смотри говномеса всяких, а то это... Понабираешься чего плохого. Так, ну чё, я жду тебя, Михалыч. Михал, о, кто-то едет. Hello, my friend. Заверни лаваш. Заверни лаваш. Он пишет, hi. You my brother. Brothers? Brothers? Так, ну что, я педалю потихонечку, давай, ускоряйся. Окей. Ни хрена себе ты педалишь. Вон, смотри, там толпа, давай, кричи на них громко. Сейчас, подожди. Русь там есть, Русь, на русском кричи. Фура без тормозов. Фура без тормозов, фура без тормозов. А он Шкода едет. Где? Так ее можно защемить, Шкоду, давай защемить. Она по встречке. А, блин. Я не вижу Шкода нигде. Интересно, я не слишком громко ору? Ну, я не знаю. Мне кажется, прям это, забивает аж микрофон. Не, ну может забивает, но не знаю, но нормально, мне кажется. Ну ладно. Я буду культурно. Йосик какой-то поехал там. В смысле, ты будешь культурно? Что ты имеешь в виду? Не знаю, но я иногда... Культурный, а ты культурный? Ну да. Вот ты смотрел фильм про грустного члена и рыжего лапка? Нет. Ну вот. Это про нас двоих, что ли? Кто из нас грустный член, кто из нас рыжий лобок? Ребят, напишите в комментариях. Ху из ху, напишите. Кстати, кто смотрел фильмец, ставьте лайк. Или плюсик в комментариях, что-нибудь ставьте. Кажется, дождик заканчивается, да? Так туман резко исчез. Какой нахер дождик? У меня солнышко светит. Да? У меня дождь лупит, как всегда. Значит, ты грустный. Грустный дождик. Так, Михалыч, я гоню, я 120, не могу выжить. А что ты, кстати, везешь? Давай посмотрим, что мы везем. Дрова. А я удобрение, 20 тонн. А у меня сколько тонн? Тонн 8, наверное. А где посмотреть тонны? F6. Не понимаю. 21 тонна. О, нормально. Тут поворот будет скоро, аккуратно. Скоро где? Я вижу, вон ты спереди по карте едешь, но там... А, вон тот поворот. Ты что-то без тормозов туда влетел? Без тормозов. Фура без тормозов. Киллер-метеор там какой-то. Метерос. Метеоролог. Или как их там? Беляш, черт! Блин, Михалыч! Что случилось? Чуть не перевернулся. Чувак чуть не перевернулся сейчас просто на двух этих колесах. Так я тоже точно так же в поворот этот влетал. Я думал, ты серьезно без тормозов можно туда ехать. Так я, ну, почти без тормозов, я просто газ отпустил и ехал. А я даже газ не отпускал. Ну ты безбашенный парень. Я уже на выходе там чуть не вылетел. Слушай, когда это уже закончится, это... А у меня? Ай, краси, конфетка просто. А у меня, смотри, как сияет, как. Админы что-то, кстати, не пишут, типа, выключайте фары днем. Я без фар вроде еду, не знаю. Слушай, я на дальнем, походу. А, не. Как? Во. Смотри, у тебя видно, как я тебя моргаю? Ну-ка, я сейчас остановлюсь резко. И посмотрю. Не, отражается я снаружи. Снаружи посмотри. Или в кабине. Ну вот я в кабине пытаюсь тебя увидеть, но не вижу тебя просто. Ну ладно. Зеркалам. А вот в это зеркало вижу. Ну-ка. Ты чё, охерел, что ли, говна кусок? Чё, ты подрезал, что ли? Подрезал, как вообще, снес нахер зеркала мне. Сволочуга, все, конец, я тебя научу сейчас. Сейчас догоню. Блин, я думал там, я смотрю по карте, думал поворот пошире. Туда с трудом вписался в него. Ну это было эпично, конечно, но ты прям как... Ты именно красиво, да, наверное, влетел туда? Какой красиво нахер, ты мне в пол фуры снес. Так что, ударил, да? Ай. Я же тебе говорю, да, снес нахер зеркала, все снес. О. Ой, бэй. Ай.
заполняешь просто. Там, смотри, там фура стоит просто на дороге. В правой полосе. Что там? Фура стоит в правой полосе. Где? Ну, там как будешь ехать, сейчас доедешь, там на мосту вроде бы. Нет, тут едет фура. Едет? А у меня он стоял, походу. Дергается, как-то странно. Ага. Слушай, неплохо летит. Я не знаю, какая скорость. Прям влетает, по-моему, нахер. Знаешь, я не могу тебя догнать. А я 139 еду. Нихера себе. Я раскочегарил по полной. 25. Я ж тогда тебя догонял. Я там топил изо всех сил. Ну ладно. 127. Топи, Михалыч. Тут дорога нормальная, можно даже не тормозить. Топи! Я до сих пор слышу эти крики. Hello, man! Типа повороты не тормозят. Hello! Да. Давай, лови их там. А где там? Да сейчас прям будут. Вот прям сейчас смотри. Смотри по этому табу. Прям сейчас будут. Они именно. Зри, поворот резкий там, кстати. Слушай, как тут? Фак. А, все понял. Тут жопа какая-то. О, смотри. Ты подо мной. Ну, как бы, ну, меняться надо, чё. Смотри, у меня фурик красивый, просто песня. Фурик? Песня. Песня, да. Блин, меня дождь уже достал. А у меня солнышко, закат такой. Закат. Вот если бы снежок сюда можно было обратно вернуть, было просто шикарно. Да скоро будет, погоди, зима уже скоро. Да. Зима близко. Зима, холода. Нет, это же знаешь, ну как бы все помешаны на сериале там вот это. На ком? Ну битву, как там? Битва престолов или как это? Не знаю, не смотрел. Война престолов. Как там он называется-то? Ну все там типа там драконы, зима близко, вот это говно все. Не знаешь? Не. Ну как бы я не смог одолеть больше одного сезона, поэтому тоже что-то забыл. Говно, вот. Короче, да? Ну не буду уж я говорить говно, а то засрут еще. Ну я уже сказал. Ну вот тебя засрут тогда, а меня нет. Я как красавчик вышел это. Как еврей, сухим из воды вышел. Я просто что вспомнил. Ох, черт, тормози! Офигеть. Мне моя девушка говорит, посмотри, типа, ну прикольно. А я такой, как настоящий брутал, говорю, нет, это говно, я пойду лучше в GTA поиграю. Я лучше пойду пиво с мужиками выпью. Не-не, в GTA пойду поиграю, как настоящий мужик. Он лимитца свалил уже куда-то, засранец. Сейчас. Мы когда-то отсюда уедем? О, я вижу, кажется, паром. Я настигну сейчас. Настигай. Настигни. Сейчас настигну тебя разок. Ну-ка, подожди. Сейчас тебя отстегну раз. Где эпичная авария, я не понял. Он... В названии есть эпичная авария, а в игре нет. Что за дерьмо? Кеколас. Там Кеколас какой-то. Hello, Кеколас. 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 Он, походу, какой-то странным по встречке пытался ехать. Какой нахер Кеколас? Кеколас сейчас тебе на встречу будет ехать. Во-во-во, тут так шето прям круто, черт. Они Кеколасы там все. О, Шкода. Really Кеколас. Really bad man. В натуре Кеколас. Че, тебе врач что ли буду? Охереть просто можно. Не, ну мало, я подумал, ты шутишь, друг. Да чё мне шутить? Ты видел, чтоб я шутил когда-нибудь? Hey, hey. Кеколас! Так, а куда нужно? Форкистаун какой-то. Подожди, Форкистан. А куда нам нужен? Форкистан нужно.
тут тоже дождь идет. Куда ехать? Что, говорит, Фронг Вей, что это значит? Не знаю, я куда-то поехал, хрен пойми куда. Слушай, я вижу. Что ты видишь, а? Что вижу? Ничего ты не видишь, не ври мне. О-о-о-о-о-о. Я вижу. Форкистаун. Подожди, а как тут, надо ровно припарковаться, что ли? Да не, просто заедь, смотри. Рожей туда заедь. Но у меня не получается так, ро... Япона. Макарона. Так, куда мы едем-то? А там одно место назначения. Калас. Калайс. Огромный коллайдер. Так, и что делать теперь? Выезжать. Подожди, я боюсь. Заткнись. Ты что, охренел? Гадюка. А это не тебе что-то. А кому? А тут парню одна. Какому? А он как это сказать-то? Выеживается, во. Как? Пипикает мне. Так это я пипикал. Да? Выежик ты. Правда ты? Я пипикал. Ну засунь свою пипикалку себе в задницу. Я тебе пипику в задницу засуну свою. Ты сам слышишь? У тебя в заднице. У тебя нет у меня в заднице, я тебя вижу. Подожди, а как тут выехать? Тут дверь закрыта. Ёпта, а как ты... выехать? Там же дорога справа была. Где? Ты что, гонишь? Ты что, наркоман, что ли? Вася, ты что, гонишь или что? Михалыч, ты наркоман или где? Как сюда выехать или что? Не понимаю. Куда справа? Ты направо поехал? Или налево? Я выехал из той мандавошки. Куда поехал? Ты? Налево или направо выехал? А, вот сейчас вижу дорогу, подожди. Подожди. Ну что-то мне говорится тут стоп. Вон там ЛСДшник какой-то есть. Японский нах! Фак. А мы где еще? В Англии или где? Какого не, мы уже у себя дома. Чё же он по встречке едет? Может, ты по встречке едешь? А, ну да, тут одностороннее движение. Ну и насрать. Не, ну а чё, блин? Ох, твою мать! Чё они тут тормозят все? А, нет, нормально, это двухсторонние. Я чуть не врубился только что. Пацаны, все нормально, просто эти тупят. Охренеть. Don't stupid, man. Я чуть не убился, меня только что фура так зарезала, там еще Шкода. Точнее, не фура меня зарезала, фура зарезала Шкоду. Мама меня фура Шкода зарезала. Оттормозилась, короче, вообще чуть тут. Ребята, вы хотите больше эпика, а? Если хотите, давайте наберем хотя бы косарик лайков. Давайте наберем 5 лайков, если вы хотите больше эпика. 5 лайков. 5 это сложно. 5 это слишком сложно. Хорошо. 4 лайка и будет продолжаться эпик. Повышаем ставки. 4 лайка. Так я же сказал 5. 4 же мощнее. Где ты, Беляш? Вон Дилда онлайн, там какой-то ник у кого-то. А, Дилда, где ты? Да здесь, я съехал с трассы. That guy came out of nowhere. Бешмиш. Эшмиш, шаурма. Тут что-то все стоят, я не понимаю, что такое. Вот там я чуть не врубился, в повороте стоят, да? В повороте стоят. Да. Давай, сейчас потихонечку буду ехать, догоняй. Я сейчас посмотрю, сколько нам еще пилить. Пи-пи. 800-900 километров. 900 километров? Да ты чё, упал, что ли, мужик? Ты чё? Ты на чё подписал меня? Хватит! Я не могу столько играть. Жопа уже к стулу прилипла. Так, я торможусь. Ты уходил вниз уже? Ушел с трассы? Да, я стою там. Russian Express, смотрите. Guys, I'm blocking the road. Russian Express. Russian Beer. Hello. Чё, мне сервака кикнули? Не знаю. А почему все это взял? Да, я почему-то тут один. Я еду. Я съехал с трассы. А, не, вот и появился. Фу, блин, а только что список был. И все исчезли. Я аж офигел, думаю, зашибись. Водка, Путин, балалайк. Мельдони. Мельдони? Что ты? Ах ты, Мельдон. А, ну, типа эти, ты знаешь же, там допинговый скандал у нас. А, о, красный свет. Типа там. Да, у знаю. Нас все там мельдоний, пельдоний там и прочее. Пельдоня друг друга, да?
Да ну что за говно какое-то, я вообще не понимаю. Ну, как бы спорт превращает в политику, это я не считаю неправильно. А что там, политика что ли? Ну конечно, а что? Или они отмельдонили друг друга? Нет, ты понимаешь, они начинают искать причину, чтобы закрыть спортсменов. То есть, ну, ребята готовятся там, да. Молодцы, выступают. То есть нормально там ширяют. А их зарубают. А их зарубают просто вот, ну, как бы, из-за политики, понимаешь? Это неприятно. Не знаю, мне вообще пофигу. Когда у нас уже на Твиче будут выходить побольтальные стримы, где мы будем просто сидеть и рассуждать? Я не знаю, я думаю, подписчики знают, когда. Когда? Напишите, когда, потому что что-то, ну, мы хотим стрима, а вы вот, ну, не делаете. Да, да. Не, было бы, мне кажется, круто. Так катаешься там и обсуждаешь что-нибудь там, девчонок, там еще что-нибудь, качалочку. Что там пацаны еще обсуждают, я не знаю просто. Тачки. О. Михалыч, короче, что, будем лететь сейчас изо всех сил просто? Ну подожди. Потому что 900 километров как бы. Не, ну а что мы летим как бы, что такое-то? Я тебя догнать даже не могу. Летать. Знаешь, сейчас на заправке где-то этот. Да я стоял там еще этот, пока карту смотрел, долго стоял. Так может это я тебя проехал уж, я не знаю. Да не, вряд ли. А как ты мог так уйти вперед? Ну я что, гонщик номер один. Ну я тебя на этом, на табе не вижу, например. А я тебя вижу, 800 метров. Приближаюсь или отдаляюсь? Приближаешься. А, вот сейчас появился Юра. Ты Юра? Да. Хорошо. Я переименовался. Юрий Петрович. Юрак. Юран. Юран, Юран. Персонал. Jesus. На-н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 а. Юран. Или можно вместо Юран баран. Я всегда так пою баран. Это уже... Баран, а вместо Jesus что? Чипсы. Я так и пою Jesus. Баран, чипсы. А дальше? Jesus Christ. Мельдоний. Я думаю, пора фуры мне. Сколько я проехал на этом Мерседесе? Мне свеженько. Прямо девочка еще. Да? Механик русский. О, так у меня, кстати, топлива хватит прямо до самой Италии. Че, писал кто-то, да? Юра, Юра, прикинь, это Юра. Напиши «не». Да, Юра, I'm Russian. Да, Юра. Оу! Ох, черт! Тормози! Хорошо, что ручник есть. Да, о, черт, что там такое происходит у тебя? Да здесь этот, платная дорога снова. Да ладно, в смысле снова, я еще ни одну не проезжал. Ну, в смысле первая, их тут будет много, потому что мы едем через Францию в Италию. Ненавижу это говно, я только тоже. Разгонишься, бах. Я сам по карте смотрел, думаю, как это все можно объехать, но слишком долго объезжать. Любишь ты извращаться, вот, ну честно. Говорил тебе, поехали там куда-то в другие места, на природу там, или еще куда-то, а ты нет. Так, а вот она, платная дорога, я тоже приехал уже, прикинь. Жаль, тут нельзя как в реале пробить вот эти штуки, я бы прям пробивал жестко их. Так, конечно. Я думаю, все бы так делали. Ну, сделать какой-нибудь штраф, я бы бабки накрутил и пробивал бы. У тебя они не накручены? Накрученные. Так же, как и у всех. Короче, я погнал на заправку. Не, ну знаешь, хотя у меня топлива, в принципе, хватает. Кто-то катает именно вот так вот для души, типа там, блин, я отвезу груз, получу бабки. А потом приходим мы. Неадекватно, да. И типа забираем все деньги себе. Отжимаем все деньги и... Давай! Сцепанул груз немного. В повороте? Угу, не пролез. Слишком большой. Не всем понять, когда слишком большой. Не все сталкиваются с этими проблемами. Ребят, берите груз не такой большой. Будет гораздо проще проехать, быстрее съездить туда-обратно и все. Париж 200 метров, офигеть. И там платная дорога. Михалыч, ну ты сейчас можешь меня догнать, потому что... Парис. Расстояние растет. Парис. Парис за свою независимость. Парис. Ёб твою, засмеялся и это, глаза закрыл.
Рукой глаза закрыл, типа как фейспалм и врезался. Да, да. Зря ты это сделал. Все, я лечу. Я лечу изо всех сил. Куда ты там летишь? В Италию. Я думаю, просто у тебя от негативных комментариев пердак подгорел, и ты летишь в космос. Да. Ребят, не огорчайте Леху. Он и нормальный Михалыч. Пацан. Да. И Михалыча не огорчайте. Это кто-то написал, что Михалыч моих видео выпрашивает. Че там, подписаться на канал твой, да, или как там писали? Я не знаю. Ты мне рассказывал. Да. Мне, ну, мне даже не обидно, потому что это так и есть. Подпишитесь на мой канал. Почему не все понимают наших шуток и троллингов там и прочего? Наверное, возрастная категория не та. Не, ну понимаешь, если бы мы шутили так, как мы шутим, то... То что? Наверное, бы нас не смотрели. Так и нас и так не смотрят. У тебя сколько подписчиков, у меня просмотры говно. Ну да. Скатились просто мы, Ой-ой-ой-ой, хедлайн, говорит, отключите, прикинь, админ мне написал. А мне тоже, он, наверное, всем написал. Make you, sure you headlight are... Какой headlight? Тут, блин, у меня тут дождь лупит, туман нереальный, я сейчас еще дальний влуплю. Так я с дальником ехал. Я дальник включил. Блин, а что-то мне, ну, походу, обычно надо отключить, что ли, что? Тут темнота, блин, я ни хрена не вижу. Ну, мне вот херово видно. Пусть дождь выключает. Засранец долбанный. Off rain, please. Попроси тоже. Админ, off rain. In. Please, in. In, in, in. Там никого нет. На секундочку догнал тебя, и опять ты ушел вперед. О, платная дорога. Платная дорога. Хотел анекдот какой-то рассказать, но не помню. В плане хоть какой-нибудь хотел рассказать, чтобы... Ну, интереснее смотреть было, но ни одного что-то не могу вспомнить. Ты какой-то помнишь? Не, я не помню. О, смотри, ты приближаешься, ну сейчас у тебя платная дорога остановится. Смотри, как ты меня быстро догоняешь. 250 метров. 200. 150. Прям нормально остановился. Нифига ты шустрый. Скоростной какой. Я такой. Угу. Не жалуюсь. Сейчас я оторвусь от тебя. Так ты разогнался быстрее, поэтому отрываешься. У меня фура сломанная, у меня груз тяжелее, у меня фура хуже, мотор слабее, бензин. Это твоя проблема, ты ее сам взял. Какая у тебя фура? Да это я как бы, ну, какая? Не всерьез. Я не всерьез. Какая? Мужик. У меня мужик. А, понял. Не, ну мужик нормальная фура. Не, мужик как бы для мужика, понимаешь? Музыка для мужика. Ни тяжела, ни легка. Мужик-музыка. Словно глоток воздуха. Музыка для мужика. Давай, ехай, долбанный Мерседес. Почему? А у тебя Мерседес, что ли? Угу. Почему нет никого? Хочется пообщаться. Вон с кем-то, там, там Мельвин какой-то поехал, мельник какой-то. Старый? Старый мельник. Старый мельник. Пять оборотов. Темное, нефильтрованное. Живое. Разливное, подрезочка. Старый мельник. Реклама. На правах рекламы. Да. Hello, Аскер! Генеральный спонсор. Слушай, этого выпуска — канал Механика. Канал Механика. Слышишь? Лучшие обзоры автомобилей. Он, походу, с микрофоном GTA, включенным всегда играет. И с Пентарис и прочих. Не забывай подписываться. Не заходи. Ссылочки в описании. О, смотри, сколько тут. Hello, hello. Мельдони. Hello. Hello, my friend, Мельдони. Аскер, Оливер. Чё пишет по-русски? Привет, топлес. Соплес. Соп. Соплес, ты сказал. Алекс, ты. Хай, хай. Не, не я. Я фейк. Пшел отсюда, фейк. Пшел, пшел лайк? Пшел отсюда, фейк, я сказал.
сам иди, Михалыч. Куда? А, все, уже там никто не слышит. Привет. Hello, Whisper. Подожди, не могу догнать тебя. Притормози где-нибудь. Я торможу в повороте. Привет, он пишет. Виртек, привет. Hello, man. О, нифига себе, он разговаривает. То есть ты не ожидал, да? Не. Я не ожидал. Чего? Что того, ты умеешь того, разговаривать? Того, что ты поздороваешься. Я говорю, то, что ты умеешь разговаривать. Блин, Михалыч! Че? Засранец ты! Куда ты уехал? Не знаю. Ты сиська-баб какой-то. Сиська-бабка ты. Не теперь разворачиваться. Короче, иногда твой канал смотрю. Понял? Иногда твой канал смотрю. О, прикольно, спасибо. А много у тебя там интересного. А мой не смотрит. Скажи, а мой не смотрит? Да не буду говорить, печалька. Мой не смотрит. Михалыч, теперь ты впереди. Я за тобой. А ты куда катишь? А куда мы едем? Ну как куда? Все туда же. В Милан. Едем в Милан на модный показ. Я забыл просто. Купим себе по паре сумочек каких-нибудь модных. Он, наверное, не успел. Кто? Ну, услышать, когда я сказал Милан. А, я просто не слышал, я уже уехал, я не слышал от него вопросов. Так, ну все, мне насрать, я включаю свет. Не видно ни хера. Так у меня тоже, у меня тут, блин, у меня дождь лупит. Я вообще дальний сейчас включил бы. А у меня закат, я дальний включил. Да у тебя глаза и так закатал ты, да? Закатил, закатал. Ай, красиво как! Ай-яй-яй! Бескрайние поля. Ребят, смотрите, какая красота. Чё там такое? Чё, бабу голову видел? Красота! Чё? Женщину голову видел? Нет. Или потому что обогнал меня? Да нет, просто природа, любуюсь, красивый закат, там все дела. Нормальная. Блин, а как я вообще туда направо поехал? Мне, зачем, кстати, подписчик один писал, говорит, я, ну, типа, батя дальнобой, говорит, вот мы с ним сейчас в рейсе, вот я еду. К сожалению, я уже не помню, где они ехали, я спрашивал. То ли через Волгоград, ну что такое, у меня даже фотки фуры скидывал, там Мерседес фура. Угу. Чувак, если ты смотришь, передаю тебе привет. Вообще, ну, прикольно так вот, я подумал, знаешь, нормально так по стране кататься. Ну да. Правда, зимой, наверное, сложно. Не, ну, понятно, что как бы, ну, там, это не лучшее там, да, не лучший отдых, так сказать, но... как. Ну, работа, наверное, для души, наверное, да? Ну да, вот это вот именно, ну, кому нравится, то есть ты не сможешь чисто ради денег, мне кажется, так вот работать, только, ну, тебе должно это нравиться. Ковыряться там в мазуте. Эти там дорожные, как их. Ну ты понял. Которых ты любишь. Мусора, что ли? Нет. А! Да не, дорожные, у нас там что-то такие дорожные стоят, что. Я не знаю. Не, ну а чё, а как? А куда деваться-то? Да ты их видел вообще? Там они должны тебе платить. Не, не видел, если честно. Ну, в плане издалека-то видел, а так вблизи нет. А ты видел, да? Да, там ты просто остановишься, там что-то этот в багажнике порыться, сразу прибегут, скажут, эй, привет. Эй, привет. Эй, привет. Поляк. Чувак какой-то ехал. Поляк? Угу. А что он сказал? Ничего не сказал. Он только посигналил. Так у него PL было написано в скобочках. Ах, он поляк такой, надо было про беляш начать говорить. Они только про беляш понимают. Ребят, кто из Польши, не хотел обидеть. Или шаурму. Да, шаурму там, или завернуть беляш, лаваш там. Или что там, лаваш они заворачивали? Ты что ли едешь? Да. Да куда ты щемишь меня? Нет, не надо, не врезайся, сволочь. Да там знак был, что мне осталось делать? Я бы щеманулся там с тобой. Там бы такой замес произошел бы у нас. Я бы сам щеманулся. Езжай по встречке. Слушай, ну ты обходишь меня, смотри. А я сейчас Утверим. Посмотрю, сколько я еду. 132. А у меня 117, 116. Я топлю изо всех сил. Двигатель неисправен, ну классно, чё.
Ты ж Михалыч, отремонтируй. Заглохно? Заглохно, вообще ты ударил меня, я заглох. А ты ударил меня? Нет. Да это конечно, ты теперь сознаешься. Амана, это чья фирма? Кто производитель? Европеец. А кто именно, хрен его знает. Вот был бы КамАЗ, не заглох, мне кажется. Он бы и не завелся. Может и не завелся, но он не заглох. Ну как вот я теперь догоню тебя, сволочь ты такая. Заводи. Да я завел, но скорость-то маленькая, не разгоняется. Наращивай темп. Да куда уж, я уже все к финишу подхожу. Там змейка какая-то. Там темп наращивать. Тут обгон запрещен. Да? Я по встречке еду. По встречке еду. Сделаем вид, что мы в этом, в Британии. Бритиш. Дижон и Страсбург по пути. Или что-то другое. Джонни. Ёжик! 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 Я вообще один по карте. Никого нет рядом. Ёжик! Он молчит. Он русский? Чё пишет? Давай подъезжай. Он на таможне стоит там. Ёжик! 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 У меня фура заглохла. Он пишет, что? Ёжик! Давай! А там есть город какой-то, да, ты говоришь? Ёжик! Не, нет, я еще не проезжал. Вот! Вот! Вот, вот! What? Hello, hello, man. Не, Прюна. Hello, man, I love you. Where are you from? Ukraine. And you? Oh, Romanian, man, Romanian. Oh, блин! Михалыч, я приехал. Быстро ты. Ох, а куда мне восстанавливаться? В Дижон, что ли? Ёжик, ёжик. Или в МЕЦ меня сейчас отправят. Михалыч, я, короче, на боку лежу. Я не знаю, куда я сейчас отправлюсь. А я заглох что-то прям совсем. А вот все, поехал дальше. Докатался. Да выеживался. А ты ежик все. А интро ин мини ала. Что это значит? Главное, что груз не повредился. Я в МЕЦе. Офигеть. А где это? Охренеть можно. Где это? Да в жопе. Hi man, hello. Так, значит, мне налево, направо. Hello. Налево, направо. Пакистан. Пакистан. What? Oh. Сказал чуваку, что я из Пакистана, он сказал: "Oh." Ну хороший разговорчивый попался. Это, наверное, те, которые тебя спрашивали. Наверное. Я ответил Украину. Но он сказал откуда, я уже, блин, я забыл откуда. Но он ответил откуда он. Я его спросил, говорю, откуда ты, он ответил. Как ты думаешь, для пакистанца у меня неплохой английский? Офигенный. Пакистан. Пакистанский английский. Вот нормально звучит? Блин, я сейчас хрен знает просто где. Мне сейчас ехать, я не знаю сколько, 584 километра, охренеть. Где я? Кто я? Так ты ближе восстановился или дальше? Дальше. Километров на 100, можно 150. Мне срочно надо ТО. Да найди ближайший город по карте, потому что я реально сейчас очень далеко. Я сейчас буду лететь просто изо всех сил. А ты на поворотах здесь перевернулся? А там повороты что-то? Такие, понял, извилистые пошли влево, вправо, влево, вправо. Я его, короче, раскачал этот и увалился. Видел, да, там были такие? Копать ты лох. Да не знаю, может, не доехал еще туда? Да, думаю, доехал, наверное.
О, меня приглашают в контру сыграть. Ты, наверное, давай езжай, я пойду сыграю пока. Давай. Как хорошо, что я эти уведомления убрал. Их вижу теперь только я, а то раньше помню на видосах. Ох, ни хрена себе! Чё? Офигеть! Чё? Держись, чувак! Влетает на нереальной скорости в поворот, видно, начинает валиться на бок, бьется, короче, об этот, об отбойник. Короче, становится на колеса, его в обратную сторону выкидывает. Он оттуда выруливает, снова об отбойник. Короче, в итоге его развернул в обратную сторону, но он не перевернулся. Он со всех сил фуру ловил. Охренеть. Чё, красавчик, красавчик, молодца. Водитель от бога. А он орал фуру без тормозов? Не. Ты видел, что пишут дальнобои, когда мы орём фуру без тормозов? Ну, не. Так, под видео. Не. Они пишут, что мы дауны. А что ты взял, что они дальнобои? Это же игра, ну это же игра, блин. Какого хера? С чего ты взял, что они дальнобои? Или типа ну, ты между типа, те, кто я играет? Я дальнобойщик. А? Так никто не орёт, вы дауны. А как надо орать? Нет, ну типа это экстренная фигня, вы дауны, так не шутят. Вот эту вот тему. То есть, ну блин, неужели сложно понять, что это игра и мы. Ну тогда будем кричать: мужики, срать хочу, пропустите. Это экстренно? Я думаю, это более экстренно, чем без тормозов. Ну, блин, знаешь, можно окно открыть так-то. И проезжать мимо людей на остановке на какой-нибудь. Не, ну это жестко, это жестко. Это жестче, чем Funny Brutal Kill, который мы делаем. Ах, твою мать, тормози. Офигеть, остановился. Ну знаешь, если бы мы делали Funny Brutal Kill в Евротраке, нам пришлось бы, наверное, Steam аккаунт ревать каждую неделю новые. Нам пришлось бы срать форточку на ходу, на остановку. А прикинь, в реальной жизни снимать Funny... Кто досмотрел до этого момента, напишите сейчас тайм-код. Такая проверочка просто, перекличка. Да, потому что сейчас начнется интересный диалог. Да, сейчас начнется. А чё, о чём сейчас будем говорить? Не знаю, то есть ты предлагаешь... Купить КамАЗ, то есть один за рулем, а другой срет форточку на людей, то есть посреди да. города. Да, мужик. И это, а ну, вот что короче, вообще вот по закону, что это, пранк, это хулиганство будет или это пранк? Это пранк, то есть ты, ну, срешь сначала на людей. То есть тебя менты остановили, а ты говоришь, это социальный эксперимент. А потом ты останавливаешься и просто с камерами подходишь, угораешь и говоришь, it's a prank, man, it's a prank, don't shoot. А, мы же в России, ну типа ты говоришь, не стреляй, мужик, не стреляй, это пранк, это розыгрыш, это социальный эксперимент, мы просто проверяем, насколько... Реакцию людей. Да, мы просто проверяем реакцию людей, насколько люди, насколько общество социально, насколько вот оно взаимодействует, насколько вы можете быть адекватными. И быть готовы обосранными. И, ну, просто салфетки подносишь такой, и так отдаля стоишь. Хих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 ih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 
Проще тогда уже в пакет навалить и кидать. Ну тогда не надо подходить потом. Смажет с КамАЗа. Подожди. Именно одеть вот этих робот-дорожников каких-нибудь что-то еще. Не, знаешь, как надо вот эту купить машину, которая вот это говно выкачивает из частных домов. Ага. И, короче, со шланга поливать. Не, подожди, я думал сделать безопасный, типа розыгрыш. Ты берешь нутеллу какую-нибудь там или что-нибудь, сгущенку вареную, херачишь ее в людей, и потом это, ну так, типа, понял, как будто ты насрал. А не проще уже помидором каким-то кинуть гнилым? Не, ну зачем? Ты, допустим, подходишь к человеку, он стоит так вот. И ты начинаешь его облизывать. Ты присаживаешься просто, типа штаны снял, и выливаешь банку сгущенки там рядом с ним или ему на ботинки. Понял? А потом встаешь, как ни в чем не бывало, и уходишь. Ах, блин, 2% ущерб. Вот это, мать твою, социальный эксперимент. Я врубился. 2%, 1% груз, 2% грузовик. Весело. Знаешь, а что-то у меня не глохнет сейчас. Я что-то и забыл уже в город-то заехать. Еду. Да оно тебе и не глохло. Да какого не глохло-то? Не глохло. Мои подписчики подтвердят, что глохло. Не ври. Озон! Озон! Кстати, можем поговорить о фильме «Озон». Ты смотрел, нет? Нет. Гудзон.
Нет, Озон. Хованский снял Озон. Это отряд Гудзон, помнишь? Нет. Не? Не помню. В GTA у нас. Гудзон, Гудзон. Помню. Тут конвой какой-то. Hello, my friends! I love you! А как сказать вы? Мужики, водки будете? Мужики, может, по водочке? Да, не, спасибо. Язвочка, ну за пожалууйста. Да я ж тоже. Да за рулем. Так и мы, ну поймем. Hi, man, hi. Сидят. У них там камы, может, по водочке? Говорят, а да не, я за рулем. ДПСники. Да вы там толпой защемите эти супербы. Кто тут еще есть? Павлак. Польское имя, наверное. Павлак. Намекающее такое. Слушай, а тут фур, кстати, много. Какая-то областная трасса. Междугородка. Ай, нравится мне. Заглохло тобой. Только заглохни. Заглохло. А вот так прикинь, я поеду, а кто-нибудь сзади меня и все. И все? И обхватит двумя руками. Да? Ты ничего не сделаешь, не вырвешься. Ты только пискнешь, он скажет, заглохни. Педики резвятся. Пробег на фуре 2000 километров, а она уже глохнет, а? Чуть такое. Ну где вообще посмотреть? Я не знаю своего пробега. А у меня на приборке написано. У меня монитор так далеко стоит, я даже не вижу, что там. У меня 5000, наверное. Какой монитор? Какой? Типа компьютер? Пластмассовый монитор. У меня прямо в приборке, он между спидометром... Не, ну я понял, у тебя про обычный монитор, который у меня стоит на столе. А там очень мелким шрифтом, и он у меня стоит где-то, я не знаю, ну... Метр, может, полтора от меня. У меня где-то метр до монитора, но я вижу. Ну там на разных машинах по-разному. Где-то крупным шрифтом, где-то очень мелким. Не, ну понятно, что. Кто спорит? Так, никого здесь нету по пути. Сколько тебе осталось км? Да я же откуда знаю. Нажми F5. Да подожди, у меня тут реализм полный, я как бы. Вжился в роль дальнобойщика. Уснул в пути дальнобойщик. 277 километров. Ах ты засранец долбанный. Вот а тебе сколько? Мне? Да. 369. Харя ты опухшая. 369. Ну так догоняй ты, у тебя быстрый этот. Да я понимаю, так я отдалился километров на 150, наверное, от тебя. Ну и как бы нормально, догоняй. Ты догонишь меня? Ну что нормального, а? Ну ты догонишь меня? Я не знаю. Тут людей нет, мне страшно. Даже беляш не с кем завернуть. А ты кому-то развороти беляш. Так я бы сразу... Ла-ла-ла-ла-ла. Кто-то едет. Ла-ла-ла-лака какая-то. Они не хотят общаться, они все какие-то молчали. Вот конвой ехал там по водочке. Hi, guys! Hello! Hello! Ой-ой-ой-ой! Блин, прикинь, три фуры и никто не ответил. Да что же за сволочь? Hello, my friend! Hello! Герр Гриндель какой-то. К Xiaomi поехал. Че, реклама телефонов китайских? Возможно. Китайцы сидят такие, надо прорекламиться. Модель телефона сейчас напишу. А че, нормальная тема. Ребят, кому надо телефон прорекламить, пишите. Китайский. Ну какая разница, любой. Че, китайские нормальные телефоны? Нормальные, у меня есть. У меня нет. Hello, man, hi! Я считаю, что нормальные телефоны, но у меня нет такого. У меня нет телефона. Судя по звонку, у тебя домашний херач звонит. Я просто с домашним хожу по улице. Или ты просто его прям рядом с микрофоном кладешь, и вот, ну, общаешься с тобой. Иногда вот этот звонок прям мерзкий такой, вот этого домашнего телефона. Я, честно сказать, правда думал, что у тебя домашний телефон. Так это и есть домашний. Да-да. Вообще, знаешь, у меня вот, ну, как бы... А там нет нормальных звонков, понимаешь, на этом... На чём? Телефоне на этом. Айфон у тебя? Чё у тебя? Да какой айфон? Мы ж бедно живем. Не накопил еще на айфон? Не на это. Насосал? Да. Подарили.
Снова три фурика каких-то пролетело. Михалыч, ну я лечу изо всех сил. Вроде бы потихоньку поближе. Слышишь? А давай реально запустим стримчан где-нибудь, я не знаю, на Твиче или на наших каналах, такой поболтушный, поговорим про, я не знаю, про что, про девок. Пацаны стесняются с девками знакомиться. Мне тут. А если от нас девушки начнут отписываться? Подписываться или отписываться? Отписываться после нашего разговора. Они и так не подписываются. А, так, то есть они смотрят, но они не подписаны. Конечно, они смотрят, там это... Не, пусть в комментариях напишут. Чё? Ну, чтобы мы знали. А то вдруг мы лишнего наговорим. Пацаны или девчонки? Девчонки. Девчонки, пишите в комментариях, и пацаны, пишите, хотите такого поболтушек, нет? Мы как бы можем поболтать. Устроить. Можем любую тему завести. Угу. А давай, может, это в группах голосования устроим? Кому что нравится? На какую тему поболтировать? Там тема начнется, а где сборка по BMG? А как модпак установить? Не-не-не, зачем? Подожди. Мы обозначим несколько тем, которые нам бы хотелось вот сейчас осветить, допустим, в ближайшее время. То есть интересующие нас. Да, и опрос сделаем, и, соответственно, что лучше будет, что лучше будет интереснее заходить. Ох, черт. Слишком резкий поворот. И будем там пару часиков обсуждать, там днем где-нибудь запустим, я не знаю, на днях, на недельке. Все. Я не знаю, пишите в комментариях, хотите вы больше обсуждения стрима или по Евротраку или Спинтайрес? Я на встречке заглох, прикинь. Что там делаешь? Ну еду, чё, я просто меня развернуло. Опасный поворот, короче, был, я заглох на встречке, вот это жесть вообще. Мне 256 км еще осталось. Ребят, прикиньте, в тоннеле перед поворотом на встречке заглох, это все, это финиш. Это сразу прям... Каюк. Гоплык. Гоплык, да, вот действительно, лучше слова не найти. Это все гоплык. Реально, блин, ночь. Дальний врублю. Темная ночь. Только фуры не спят. Да? Или как? Ну да. Тоже. Я въезжаю в тоннель. Я застрял в тоннеле. Опять заглох. Только шлюхи не спят под мостом. Только ветер гудит в проводах. Водка в желудке мерцает. О, фура едет. Мочи ее. Hi, man! Они хоть понимают, что я говорю, нет? Я думаю, нет. Ладно. Ну ты все равно общайся с ними. Надо попроще быть. Да ты им говори, будь попроще. Они стесняются, наверное. Они... Слышь, попроще. Мужчины боятся знакомиться с мужчинами. А что такого в этом? Все же в Европу рвутся, это нормально. Надо же когда-то начинать привыкать. Не, ну как бы, а что в этом? Что в этом такого-то? Все естественно как бы. А что естественно, то... Нормально. Слишком долгая дорога, мужик. Нифига себе. Фурик. Офигеть, сколько он полетел? Наверное, километров 200. Уже прикинь, тут читы, чтобы 200 летать на фуре. Офигенно было бы. Он бы сейчас как втопил бы. По каждой. Вот как я сейчас разложусь. Не блин, да чтоб тебя! Че? Ни хрена себе, что я сейчас сделал. Че? Михалыч! Я сейчас повернусь. Нет. Да я ехал, наехал на бордюр. Меня швырнуло, я ободрал всю бочину. Короче, еще 2%. Повреждения на грузовике, 1% на грузе. Где посмотреть груз? F7 или F6. F7. 37 у меня грузовика и 74 груза. О, как? Так ты еще заплатишь, когда приедешь. Зарплаты не жди сегодня. Заплатишь за все. Мне 170 км осталось. Причем я никого не втапливался. Прикинь. Только я тебе зеркало отбил, да? Ты мне зеркало отбил, и все. Hi, guys! У меня никого нету на карте. Where are you from? Турки, прикинь. Ничего себе. Hi!
Так турки, это же они же любят шаурма, они же делают туда, шаурму у нас делают. Ну это был тихий такой. У нас турки делают шаурму, индусы делают шаурму. Ну кучеряво живете вы там. А что у вас-то делают? В смысле, где же? В Украине. А, нет, в город, город какой? В Запорожье. Запорожье. Это где Днепр или нет? В смысле, где Днепр? Ну Запорожье это где? Ну это в Запорожье. А, ну ладно. Не, ну в смысле где? Пивалок уровень бог. Хай гай! Не, просто у нас город из Днепр, а есть река Днепр, я ж не знаю о чем ты. Ты про реку? Да. Ну да. Хорошо. Кто-то навстречу ехал, блин, на... Фак. Четыре фуры и ни один не ответил, прикинь, я сказал хай гайс там и все дела. А ты что-то матерное им скажи. Че? Писька? Не... Да. Сейчас. Кого найду, скажу писька. Ты им скажешь, что, что ты дик. Транссибирска. Транссибирика. Hello. Это какие-то трансухи поехали. О, один посигналил. Hello. О, со мной поздоровался. Транссибири, что-то. Их три ехало, да? Это, наверное, вот они с тобой не поздоровались. Наверное. А сколько тебе км осталось? F5 нажми. 83. А, мне 112, ладно. Давай, топи, фура. Фюра. Фюра Петровна? 144, Михалыч. Чего? КМ в час. 145. Осталось? 146. Нет, топлю. 147, 148. Ох, 149. 150. 151. 152. Я тормозить не буду. 153. 55. 157. 159. 160. Hello. 161. Я заглох. Это на этом Мерси, наверное, рекорд. Алло, алло! Алло! Все слушают этот разговор. Алло, анаконда! Алло, анаконда! Анаконда. Да, у него ник анаконда какой-то. Я заглох, ты догоняешь меня, да? Я луплю изо всех сил, Михалыч, 130, я тебя обогнал наконец-то. Ну я опять заглох, чё? Задрало уже это. Нужно было заехать отремонтироваться. М? А отремонтироваться не было по пути ничего, прикинь? А нужно было в город какой-нибудь заехать. М? И летел бы сейчас на крыльях ночи. Так я, ну, пытаюсь лететь. Пытаюсь. Люк, hello, Люк! Люк, Люк! Молчит, засранец. Я не понимаю вот этих вот стен, которые здесь стоят в повороте, нафига они нужны? Или это типа от ветров каких-то там? Или зимой, чтобы не заметало дорогу там? Или... От ветров! Как от винта, только от ветров. От ведра. От ведра, да, неплохо, нормально. Угу, угу. Ай-я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 й. Да почему никого нет? Хочется с кем-нибудь поболтать. Он едет. Питбуль! 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 Буль-буль-буль, питбуль! Беляш-меляш-меляш. Турке-мерке-мерке. Гертека. Какие-то они обиженные сидят. Они не любят разговаривать. Курум-б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 урум
Я не знаю, это волна веселее, чем русская волна. Это 15 лет. Мереч. Что-то молчат все. Они обиделись? Или нас из-за этого уже? Турке. Тишина. Долго там еще осталось? Да не знаю, наверное, чуть-чуть. Потому что тоже поворот какой-то. О! Тут людей много. Hello! Алло-ля-ля-ля! Турке! Клей-окей! Да, это я.
О, привет. АМ. Здорово, здорово. Что, привет? Клей. А почему клей? Слушай, длинная история. Нюхаешь? Нет. Ну ладно. Бля, я поворот за тебя проехал. Торкей, торкей, торкей. Это поворот за меня проехал, или клей нюхаешь? Говорит, не. Hello, my friends. I love you. Ты неправильно говоришь. Надо вот так вот. You my you friend. My friend. You my you brother. My brother. I love I you. Love you. I love you too. Турке, турке, турке! Турке! Арке! Ай! Куда там ехать-то? Не знаю, налево. Эляш, меляш, меляш! Арбуратор, арбуратор, арбуратор! Арматура или карбюратор что-то? Арке, арке, арке! You my карбюратор! Это неплохо. Так, никого тут нету. Никто не хочет разговаривать. О, Виндвокер. Виндвокер. Вакер. Это как пол. Виндвакер. Ну смотри, он куда-то делся. Он обиделся, наверное. И вышел из игры. Почему с нами никто не хочет общаться? Вова! Вова 2003. Hello, my friend. Тоже куда-то делся, а не на месте. Теперь Ярик! Ярик, hello! Что там самое ответственное? Разгрузиться еще. А ты сюда же? Нет? Куда же? Я думал, ты на эту же базу куда же. Ничего себе. Ну ты же видел, как я тебя красиво объехал там. По встречке, на повороте. А зеркало-то не зацепил? Ну и что, ну красиво же было. Да ты нарушитель долбанный. Какой? Вот из-за таких, как ты, люди что? Не хотят играть Euro Truck. Почему? Потому что они не дают, ездят на красный. Все дают. Просить не умеют просто. То есть ты всем даешь? Я-то нет, при чем здесь я? Все, я приехал. Я тоже. Да, задание выполнено ужасно. Ну, должны были написать отвратительно. Там не написали, напиши им, дай денег, плиз. Неустойка за поврежденный груз. 160. Блин. Минус 167 тысяч евро. Так, пробег. Приемлемо. Минус 5 тысяч. Итого всего дохода 45 тысяч. А у меня 0 и 0. Ох. Ну что это же, ребят, было. Это было очень эпично. Мы отжигали как могли. Надеюсь, вам понравилось. Да, не забывайте подписываться на каналы. Все ссылочки есть в описании под роликом, также на соцсети и так далее. С вами был Алекс Механик. Всем пока. Пока-пока, ребят.